С другой стороны, есть акции «Газпрома», опять-таки, тоже в материалах следственного дела, для моей там домыслы 8%. Это было до кризиса 25 миллиардов, по-моему, долларов. Эти акции «Газпрома» принадлежали лично вам? Нет, они не лично мне, но то есть это все тоже, опять-таки, я это все озвучивал, это известная история. То есть по закону тогда, когда была приватизация в России, акции «Газпрома», они были выставлены тоже. Это тоже опять целая история, как они были выставлены. Они были выставлены, их выставлять не собирались. И благодаря только моим усилиям они были выставлены. Это тоже опять-таки просто тут целое долго рассказывать, но не в этом суть. Они были выставлены, но то разрешалось приобретать их только жителям тех районов и работникам «Газпрома». Хотя вроде бы это общегосударственная собственность и принадлежат всем гражданам, но вот есть такие граждане белые, есть черные, которым можно и которым нельзя.